Друзья, привет! Сегодня я приглашаю вас прокатиться вместе со мной из города Севастополя в сторону Бельбекской долины Бахчисарайского района. Посмотрим вместе, как изменилась за это время дорога и что происходит сейчас в этих краях. Сейчас мы проезжаем Терновку. В Терновке произведен капитальный ремонт дороги. Сделано освещение и тротуары. Ну а мы движемся дальше. Этот отрезок нравится, очень красивый. Тихой поступью дождя приходит осень. Ой, как красиво. Уже и багрянец появился на кустах. Подъезжаем к Мангуб-Кале. Проезжаем Залесное. Для тех, кто с детками, вот рекомендуем посетить ферму «Чудо-ослик», покататься на осликах и получить удостоверение водителя ословода. У меня есть. Следующим по пути маршрута нашего — Красный Мак. Здесь мы тоже гуляли вон по тем горам.
Бельбекская долина всегда поражает своими просторами, лесами, горами. Здесь очень красиво. Садовом находится Северинская крепость и гора Утюг. Она находится справа вверху. Вот, выглядывает. А это парк развлечений Ишанчук. Посмотрите, какая красота. Дороги сделаны полностью. Сделаны мосты, пешеходные тротуары. Ехать одно удовольствие. В межсезонье мы сюда периодически приезжаем. В том году некоторые участки дороги еще были в плачевном состоянии, особенно в районе мостов. Все это мы видели, как это все делается, и в этом году, конечно, глаза радуются. Проезжаем село Нижняя Голубинка. Следующим на нашем маршруте было село Аромат. Здесь мы будем поворачивать налево, чтобы посмотреть, что происходит с дорогой в сторону Счастливого. Дороги дальше.
местные просторы. Выезжаем из села Плотиное. Движемся дальше. От аромата до зеленого сделана дорога. Едем дальше смотреть. Неожиданно. Все, да? Угу. За зеленым метров 800. Ой, ой, здесь делают только дорогу, но здесь, конечно, укрепить все надо капитально. Мы приехали в лес пособирать кизил. Наша поездка была более чем успешной. Мы насобирали кизила, поэтому будем с джемами и компотами. Ну а я, как всегда, не прощаюсь, а говорю до новых встреч. Пока-пока.